В Димитрове машинам скорой помощи не хватает топлива. Об этом рассказал заместитель главного врача Валерий Тройняк. В состав учреждения входят подстанции Новогродовки, Доброполья, Красноармейска, Селидово и Димитрово. На обслуживание этих населенных пунктов медики получили треть от необходимого объема топлива. Врачи объясняют это ростом цен на бензин. Теперь смогут приезжать только на экстренные вызовы. В помощи не откажут беременным женщинам, людям с резкими болями в сердце, отравлениями и кровотечениями. Кроме того, пострадавшим в ДТП, а также от укусов змей и насекомых. Покупали в пределах 8 гривен, а сейчас дошло уже до 13 гривен. Поэтому сами понимаете, что вот результат будет налицо.